для любителей кексов предлагаю простой рецепт замечательного кекса с фисташками. Нежная, воздушная и вкусная домашняя выпечка к чаю, кофе, молоку, компоту. Рецепт настолько прост, что особых дополнений у меня нет. Все описано и показано на фото. Кекс получается очень нежным, пышным и буквально тает во рту. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. В миску выложите мягкое сливочное масло и 60 грамм сахара. Взбейте миксером сахар с маслом. Отделите желтки от белков, добавьте в желтки 30 грамм сахара и тоже взбейте миксером или венчиком. Белки взбейте миксером до пышной, устойчивой пены, после постепенно введите 60 грамм сахара, постоянно взбивая. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Соедините масло с сахаром и желтки с сахаром, перемешайте, добавьте разрыхлитель теста, постепенно всыпьте муку и перемешайте. Очень аккуратно, в 2-3 приема введите в тесто взбитые белки и сахаром. Фисташки измельчите и добавьте в тесто. Приготовленное тесто выложите в форму для выпечки. Выпекайте кекс в заранее разогретой до 175-180 градусов духовки 40-50 минут. Готовность проверьте сухой палочкой. Украсьте кекс по вкусу, у меня это глазури с сахарной пудры, но можно кекс полить шоколадом или просто посыпать сахарной пудрой. Готовый кекс разрежьте на кусочки и подавайте к чаю. Вкусняшки, подписавшимся. А теперь ингредиенты. Масло сливочное, 125 грамм. Яйцо куриное, 3 штуки. Сахар, 120 грамм. Мука пшеничная, 125 грамм. Фисташки, 50 грамм. Разрыхлитель, 1 чайная ложка. Количество порций, 10. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Друзья, до новых встреч!